Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами поговорим о том, какой резонанс вызвало выступление Элис Вайдельсу, председателя партии Тельтерневой для Германии в Бундестаге. Элис Вайдель затронула в своей речи некоторые пункты, по которым, после огласки этих пунктов, все правительство во главе с федеральным канцлером просто так и обязано отпадать в отставку. Но в любой другой стране, например, в Японии или в Англии, такое могло бы произойти, но только не в Германии. Я вам расскажу только несколько пунктов из тех, которые огласила Элис Вайдель, а вы уже делаете выводы, в какой стране мы живем и кто у нас стоит у руля власти. Элис Вайдель затронула миграционную политику, рассказав о том, что благодаря нашей светофорной коалиции и вот этим вот регулировщикам, в нашу страну в последнее время стали прибывать очень неквалифицированные кадры. В противовес тому, что говорили наши зеленые политики, что говорили политики от СПД, нам нужны квалифицированные люди, которые смогут заполнить эти свободные ниши на рынке труда и поднять экономику страны. Сам бундесканцлер Олаф Шойс говорил, что благодаря притоку мигрантов в нашу страну, мы стали жить лучше. Он просто забыл уточнить, кто мы, население или само правительство. Ну, ладненько. Элис Вайдель сказала, что у нас в стране на данный момент находится свыше трех с половиной мигрантов. Большая часть из них нелегальные мигранты. И они не работают. Многие из них сидят на пособиях и работать не хотят. Она сказала, что, увы, все, абсолютно все преступления с нападением на людей э, с использованием холодного оружия происходят только со стороны нелегальных мигрантов или просто мигрантов, выходцев из Сирии, из Афганистана, из Туниса или из Марокко. Она сказала, что еще ни одного немца не поймали с ножом, который мог бы напасть на людей в какой-то части старого города, где-нибудь в Гамбурге, в Кельне или в Мюнхене, и порезать этих людей, или убить кого-нибудь, или изнасиловать кого-нибудь. Она сказала, что, увы, статистика полицейская говорит об обратном. Все такие преступления совершаются мигрантами. Но, тем не менее, после того, когда Нэнси Фезер согласилась закрыть границы государства с соседями, все равно после введения пограничного, жесткого пограничного контроля на границе, все равно к нам в страну прибывают Нелегальные мигранты различными путями, различными турами, которыми их везут контрабандисты. Элис Вайдер сказала: пора бы с этим прекращать. Полиция не справляется с теми обязанностями, которые возложили на нее вместо того, чтобы выполнять свою прямую работу. Далее Элис Вайдер сказала: У нас в стране на данный момент 500 тысяч безработных, официально зарегистрированных. И это только начало, говорит, куда нам нужны вот эти вот квалифицированные, в кавычках, ваши специалисты, если мы своих не можем трудоустроить? То есть мы будем увольнять людей из заводов, фабрик разных концернов в надежде на то, что придут более квалифицированные афганцы, сирийцы, тунисцы, марокканцы и займут места этих людей, но только за меньшую зарплату? Элис Вайдер сказала, что благодаря нашей светофорной коалиции, во главе которой стоит Олаф Шольц, нет, не вот этот, другой, у нас в стране концерны, такие как Volkswagen, BMW, Audi, Continental, Siemens, стали снижать уровень производства. То есть, контрактов договорных, вот этих договоров с клиентами не хватает. Многие фирмы, которые работали как сателлиты для этих концернов, просто-напросто обанкротились благодаря умной экономической политике нашего вице-канцлера Роберта Хабика из партии «Зеленых». Рабочие места теряются, экономика рушится, но Элис Вайдель говорит, что она это сказала открыто бонус-канцлеру и вызвала Серьезный ажиотаж в Бундестаге. Были крики со стороны партии Зеленых, мол, все это вранье, все это неправда. Господа из партии от фракции СПД возмущались, фыркали. Нормальные люди поддерживали то, что говорила Элис Вайдель. Заметьте, она говорила только чистую статистику. Она не говорила никакого вранья, не придумывала ничего. Почему говорила Элис Вайдель? Именно она не кто-нибудь другой. Да потому что партию Альтернатива для Германии здесь, в Германии, хотят официально на конституционной основе запретить как ультраправую экстремистскую группировку. Но что ей еще терять-то, это Элис Вайдель? Вот она и рубит правду матку с плеча. Она сказала: Вы, господин Боддесканцлер, обещаете своим избирателям на каждой встрече что наш народ станет еще лучше жить, чем живет сейчас. До каких пор вы будете врать в глаза своему населению, зная, что все многие огромные концерны в Германии просто-напросто прекращают свое существование. Они увольняют людей. Volkswagen сокращает 10 тысяч, BMW сокращает 6 тысяч. Она называла точные цифры, я говорю вам примерные. Континенталь сокращает 3000. Многие концерны просто-напросто закрывают производство в Германии, уходя в офшорные зоны. Так сделала, например, фирма Айлес по производству, кстати, очень вкусного и дорогого чая и кофе в Германии. Они закрыли производство здесь и ушли на Филиппины. Почему они ушли на Филиппины? Потому что в Германии стало это нерентабельно. Потому что в Германии, благодаря нашему министру экономики, увы, стало невозможно работать таким концерном, как, например, вот эта вот фирма Айлес. Но это не значит, что мы не будем пить кофе от фирмы Айлес, это не значит, что мы не будем пить чай от фирмы Айлес. Мы будем это все покупать и дальше. Только цена, естественно, повысится, а производство понизится в ценовое. Почему? Потому что на Филиппинах производство такого чая или кофе намного дешевле обходится в день, чем здесь, в Германии, за один час. Элис Вайдель, выступая в Бундестаге, как я уже говорил, вызвала серьезный резонанс со стороны абсолютно всех партий. Не только коалиции вот этой светофорной с ее регулировщиками, со стороны союза ХДС, ХСС, а также со стороны оппозиционеров левых, правых и так далее и тому подобное. Все знают, что то, что сказала Элис Вайдель, это правда, но очень многие боятся сказать это открыто, потому что они боятся потерять свое место в Бундестаге или в каком-либо министерстве. Та же самая Анна Лена Бербок, она просто сидела молча и не знала, куда деваться от стыда. Потому что, когда Элис Вайдель сказала, что благодаря вот этим вот манипуляциям и махинациям, с выдачей виз по подложным паспортам к нам в страну только за первое полугодие прошлого года прибыло свыше 35 тысяч нелегальных мигрантов, не имеющих никакого права вообще въезжать в евросообщество. До каких пор мы будем принимать как резиновая бочка всех вот этих желающих поживиться халявой, Вместо того, чтобы обратить внимание на свое население, на своих пенсионеров, которые отработав по 40-45 лет, получают сегодня пенсию максимально 1400 евро, из этих 1400 евро еще высчитываются налоги. А если человек живет один и за квартиру нужно платить минимум 700-800 евро, увы, что же ему тогда останется? 150-200 максимум на жизнь на месяц. Какая же это жизнь? Зато наши политики, такие как Олаф Шольц, Нэнси Фезер, Аналена Бербок, как его, Роберт наш, свет его в лампочке Хабик, получают по 20-30 тысяч, а то и больше в месяц. А когда они закончат свой министерский срок и уйдут, скажем так, на пассивное правление страной, то есть займут какие-то места в своих министерствах, будут сидеть в каких-то своих партиях и дальше они будут получать по 15-20 тысяч все еще пожизненного пенсиона. Неплохо, да? Элис Вайдель сказала все это открыто бундесканцлеру и сказала ему в конце своего выступления, после всего озвученного мною, вы просто обязаны, уважаемый Олаф Шольц, подать в отставку, разогнав все правительство. Что сделал Олаф Шольц? Ну, ху -ху -ху. Он просто улыбнулся, он ничего, не проявил никакой реакции вообще, потому что он прекрасно понимает, что все, что она говорит, это правда. Он пойдет, как, как там говорил Ленин, не таким путем надо идти, мы пойдем другим путем. Да, он пойдет другим путем через какие-то свои пути они попытаются задавить эту партию, чтобы она, если и осталась партией, так не могла бы говорить правду. Они проводят очень часто обыски в офисах, вот этих, на министерских постах, где занимают эти вот должности функционера ТФД. Они ищут доказательства ультраправого экстремизма, они ищут Подвох, при помощи которого можно будет закрыть эту партию. Все говорят, все говорят что эта партия выступает против евреев. Но я, посмотри, я почитал, посмотрел в интернете источники, я прошерстил некоторые каналы, оказывается, в этой партии тоже есть евреи. Удивительно, не правда ли? Партия, выступающая по словам правительства против евреев, имеет в своих рядах членов партии евреев. И они говорят, что все, что говорит правительство об этой партии, это вранье. Если бы все, что говорит правительство об этой партии, было правдой, то ни в Тюринге, ни в Саксонии, ни тем более в Бранденбурге не было бы таких ошеломительных результатов локальных выборов, которые мы имеем возможность с вами наблюдать. Олаф Шольц на сегодняшний день по всем параметрам, по всем статистикам находится на самом последнем месте среди всех тех, кто готов стать кандидатом на выборы бундесканцлера в следующем году. Впереди идет альянс ХДС-ХСС. Следом за альянсом идет Элис Вайдель. И естественно, Альянс пытается задавить Элис Вайдель, потому что если она придет к власти, здесь начнется тоталитарный режим в Германии. Что такое тоталитарный режим? Людям, приехавшим из Советского Союза и живших, жившим при советской власти. Известно, что такое тоталитарный режим. Кто-то скажет, это класс, это офигительно. Кто-то скажет, да вы все не понимаете, чего вы, куда вы стремитесь, чего вы хотите. Это все, всех нас убьет. С другой стороны, я скажу следующее, что если вдруг создастся коалиция ХДС, ХСС и АФД, Потому что союз, вот этот альянс ХДС, ХСС, говорят открыто, вот уже сколько месяцев подряд, что они нигде не будут создавать рабочего альянса с партией «Зеленых». «Зеленые» за эти три года власти в Германии ввели страну в такую промышленную и экономическую яму, из которой в нашей стране выбираться десятилетиями. Если, давайте вот так вот, допустим, гипотетически, на следующих выборах в Бундестаг выигрывают, скажем так, 60% берет ХДС, ХСС, 30% берет, допустим, АФД, а остальные 20% делят между собой СПД, там зелень ползучая, федералы вот эти вот и тому подобное. Уже можно сказать, что многие из ХДС, ХСС скажут, не, не, мы лучше возьмем себе в альянс вот этих от СПД, но сделаем так, что они не смогут нормально разговаривать, то что они очень мало голосов-то набрали. И будем править дальше черно-красным флагом по стране. Но если представьте себе такую ситуацию, они все-таки возьмутся за голову и подойдут к этому немножко с другой стороны, то создастся гремучий альянс ХДС, ХСС плюс АФД. Может быть, тогда в стране действительно наступит порядок, может быть, тогда прекратится вот эта вот сумасшедшая миграционная политика из-за которой страдают сейчас абсолютно все граждане Германии. Абсолютно все. Нам говорит Роберт Хабек, что мы имеем право, теперь. он не утверждает, что мы должны работать до 70 лет, нет. Он нам говорит, что мы теперь имеем право по собственному желанию работать до 69, а то и 75 лет. Нам это не возбраняется. Это только приветствуется со стороны правительства. Для чего он это говорит? Нужно платить налоги, чтобы из этих налогов оплачивали бецаль-карты нелегальным мигрантам, приехавшим сюда в Германию, оплачивали их содержание в этих анкер-центрах, оплачивали им квартиры, оплачивали им хорошее благосостояние в стране. Сегодня Роберт Хабик говорит именно так чтобы народ не возмущался, потому что если народ услышит, что правительство хочет ввести новый пенсионный ценз 69, а то есть 75 лет возраста, народ выйдет на забастовки. Но когда правительство говорит, мы вам разрешаем, мы не запрещаем, мы вам разрешаем работать так-то и так-то и так. -то. Народ это проглатывает, потому что за последние 20 лет у нас столько стало выливаться информации на голову нашего населения, неважно в какой стране, при помощи газет, при помощи радио, при помощи телевидения, интернет проник в каждую точку нашей квартиры, в каждую сферу нашей жизни. Этот обильный поток информации, который изливается нам ежедневно на голову просто не успевает проходить правильную фильтрацию нашим умом. Многие люди глотают эту информацию, принимая ее за чистую монету, не анализируя то, что они увидели или услышали. Поэтому у Роберта Хабека такой успех в отношении высказывания о том, что можно работать до 70 лет. Это не страшно, это только приветствуется. Есть такие энтузиасты, которые будут работать до этих годов. Но есть же люди, которые работают на тяжелом производстве, допустим, на заводах, на BMW, на Volkswagen, на Mercedes, стоят на поточной линии, очень тяжелая работа. Вряд ли они смогут работать до 70 лет в таком режиме, в таком темпе. Элис Вайдель все это высказала нашему бундесканцлеру, выступая со своей речью на заседании Бундестага. Было бы неплохо, если бы наш бундесканцлер нашел в себе смелость и сказал, да, я не оправдал доверие народа, я ухожу. Как там говорили про Ельцина, я устал, я мухожук. Настало время второму мухожуку уходить от власти, ну и заодно прихватить с собой все министерство, вернее весь аппарат министров, которых он назначил, наркомана, который все-таки добился разрешения шмалить коноплю для всего населения страны. Однако Бавария сказала, да идите вы в пятую точку. И в Баварии ввели тут же запрет на эту коноплю. Вот и все. Роберт Хабек, который со своими отопительными насосами пытается перевести страну якобы на альтернативные источники энергии окончательно уводя страну от отопления, от центрального отопления при помощи, допустим, есть центральных вот этих котельных газа или угля. Для чего он это делает? Чтобы в первую очередь положить денежки в кубышку ну, министерства, скажем так, министерства. Он же радеет за страну, не так ли? Она Лена наша, дорогуша, она так любит всех вот этих вот мигрантов, особенно молодых, здоровых парней, не тех женщин, которых унижают эти мигранты, а именно парней, которые унижают тех женщин, что готова пригласить сюда абсолютно весь мир в эту страну, чтобы все они здесь жили вольготно. Но она не думает о том, что жить-то они хотят вольготно, а работать из них хотят максимум единицы на 100 тысяч человек. Зачем же приглашать таких? У нас в стране, по словам Элис Вайдель, на период с января по конец июня этого года 2024 по статистике было зарегистрировано официально 500 тысяч безработных. Дайте работу этим людям. Дайте людям работу. Зачем вы приглашаете сотни тысяч... Нелега... Да, нелегальных мигрантов, вы же их не выдворяете обратно. Это сейчас полиция начала их разворачивать на границе, выдворять, и соседние страны стали говорить, что это такое, почему таким беспределом занимается Германия, так нельзя, вы что, это неправильно. А где же Дублинское соглашение? Кстати, Дублинское соглашение говорит о том, что если какой-то мигрант, попав на территорию Евросообщества, прошел первую регистрацию в стране, в которую он попал, он обязан находиться там, и страна обязана за ним следить, страна обязана предоставить ему убежище. Она не должна стать транзитной страной для того, чтобы этот мигрант ехал в Германию. Потому что большинство мигрантов стремятся попасть в Германию. Пора бы уже выходить из этого дублинского соглашения. Нидерланды хотят выйти, Венгрия хочет выйти. А почему Германия должна тянуть всю вот это вот, извините за выражение, кучу людей, которые просто-напросто не хотят там нигде работать, но хотят жить хорошо и шмалить свои наркотики. Мне кто-то сказал, ой, выбрал себе слово, подцепил слово, нарвался, фу на тебя, бл блохер, ты несчастный, стыдоба. Ну уж простите, вырвалось у меня такое слово. Я надеюсь, что тот, кто мне это написал, получил хорошее образование в Советском Союзе, имеет высшее образование и умеет правильно изъясняться. И если те люди, которые считают, что я как-то косноязычием занимаюсь, как-то неправильно говорю, то пусть они на своих каналах хотя бы аватарки свои правильные поставят, а не вот эти буковки. Пусть хотя бы лица свои покажут, герои интернета. И если они считают, что я неправильно что-то высказываю, пусть они снимут видео и покажут правду. Расскажут со своей стороны, со своей точки зрения, выскажутся от той ситуации, в которой мы сегодня всей страной Германии находимся. А мы послушаем. Гавкать-то из-за угла может каждая шавка, а когда калитку открывают, она хвостик под жопку и прячется. Вот такие вот у нас были на сегодня с вами новости. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Естественно, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий и получать уведомления о тех видео, которые вы еще не получали. Желающие стать спонсором нашего канала, вот, пожалуйста, QR-коды. А также под каждым видео есть ссылка на ресурсы с донатами. Хотите, чтобы наш канал развивался дальше, становился лучше, становился интереснее, мы всегда приветствуем вашу помощь. Но мы не просим, как э, цыгане, вот эти болгарские, румынские, с протянутой рукой около магазина Lidl или Norma, биты-биты-дангисен. Нет, нет, мы не просим. Мы просто предлагаем вам стать спонсорами нашего канала. Не забудьте об этом. Всем удачи. Не болейте. Пока.